Пятый автомобиль от Ford и Bank выиграла алматин Каранагуль Абдулбакиева. Девушка взяла в кредит 250 тысяч тенге и теперь стала обладателем новой Toyota Camry 70. В автосалон она пришла со своей семьей большой, и каждый из них теперь верит в удачу. Пусть эта машина служит вам долго, катает всю вашу семью. Раногуль рассказывает, что до сих пор не верит в то, что выиграла машину. Девушка признается, что это первый ее крупный выигрыш. Разделить радость Раногуль пришла вся большая семья. Мне нужны были деньги для состояния здоровья. Там же мне сообщили, что я буду участвовать в акции. Ну, я, естественно, это все мимо ушей пропустила, потому что как бы не верила в такие акции. Вот. Теперь я верю, потому что я выиграла. Возможность выиграть автомобиль есть у каждого, кто получит кредит Ford и Bank. Победителя определяют путем генерации случайных чисел. Во время прямого эфира каждое воскресенье в 10 утра на 31 канале. Акция у нас действует с 4 апреля. То есть каждый клиент, который у нас оформил экспресс-кредит, участвует в каждом розыгрыше. Вот, сумма займа там должна быть от 200 тысяч и выше. И, соответственно, даже у первых клиентов есть все 17 шансов выиграть автомобиль. То есть его билет счастливый, который он получил в рамках оформления кредита, он участвует во всех 17 розыгрышах. Если вы взяли кредит в другом банке, то его можно перевести в Ford и Bank. Тогда вы будете платить меньше по кредиту и сможете принять участие в акции, говорят организаторы. Акция продлится до 31 августа. Своих хозяев ждут еще 12 новеньких Camry. Ардак Камал, Туман Сулейменов, Информбюро, Алматы.